Вчерашний матч текстильщика еще раз наглядно продемонстрировал, что футбол – игра непредсказуемая. На своем поле красно-черные принимали одного из аутсайдеров турнирной таблицы – команду «Русь» из Санкт-Петербурга. И неожиданно для всех потерпели поражение. Оба гола в наши ворота были забиты питерцами во втором тайме. Ивановцы тоже создавали опасные моменты, но реализация их подвела. Итог матча 0-2 в пользу команды «Русь». Сложно выиграть игру, не забивая голы. Но это не отговорка. Мы сами себе привезли эти два гола. Будем разбираться. Тренер команды соперника на послематчевой конференции назвал текстильщик одной из самых сильных и дисциплинированных команд зоны «Запад». Мы знали, что игра будет тяжелая. Мы выстроили, в принципе, тактический рисунок на контратаках. Игру, в принципе, то, что мы и удалось нам сделать. Вот. И удача была на нашей стороне, когда во втором тайме несколько раз нас могли наказать, но в то же время и мы сами несколько раз не забили, не воспользовавшись ошибками соперников. Домашнее поражение усугубило шансы текстильщика на лидерство в зоне. Однако еще не все потеряно. Следующий домашний матч с одной из сильнейших команд – Псковом 747 – должен расставить все на свои места. Наталья Романова, РТВ Иваново.